Вы на канале. Что сегодня на канале Планета Алис мы будем делать? Это что у тебя за коробки, Алис? Динозавры. Мы будем открывать и запускать динозавров, да? Да. Откуда мы привезли их, Алис? Из Бельгии. Откуда? Не из Бельгии. Мы сейчас в Бельгии. А привезли динозавров откуда? Где мы их купили? Бабушка наша где живет? В Израиле. В Израиле мы были. Вот этот сначала. Давай-ка будем его собирать. Давай, доставай его из коробочки. Ищи, там у него все должно быть, и голова, и все должно быть. Давай я помогу, может быть, голову ему прицепить. Так, давай голову нацепляй. Получается? Все получилось. Ну давай запускай, посмотрим, как он ходит теперь. Ну-ка. Он ко мне идет. Подожди, мы сейчас посмотрим, что он делает. Он что делает? Смотри, у него глазки светятся. Вот он идет к нам. Страшный динозавр. Что там у него? Яичко. Подожди, пускай на пол упадет. Алис, давай снимем, как он яички несет. Смотрите, у него здесь в спинке у этого динозавра есть такая дырочка. В эту дырочку закладываются вот такие вот яички. Вот туда закрывается спинка. И вообще-то, когда он ходит, посмотрите, вот такой вот классный динозавр. Вот у него светятся глазки. Мы сейчас увидим, как они светятся, когда он ходит. И вот здесь у него должны выпадать яички. Открывается? Открывается там? Да. Ну-ка, давай посмотрим, если яичко выпадет. Вот такой механизм. И он когда ходит, это окошечко, оно то открывается, вот оно открывается, и отсюда показывается яичко. И он это яичко вот так вот сносит. Оп, смотрите, вот, смотрите. И вот в этом яичке вот такой маленький детеныш динозаврика. Вот там, но оно не открывается, это яичко. Ну вот, вот такое вот. Посмотрите, он делает такую проекцию, у него вот здесь вот, на груди, вы видите, у него здесь на груди есть такая вот лампочка горит. Посмотрите, вот сюда он делает, как в кинотеатре, проекцию вот такую вот. У него прямо тут прожектор, и здесь вот такая вот картинка. И на этой картинке тоже изображен динозавр, такой же, но не игрушечный, а настоящий. Вот эта красота, у него еще и глаза светятся, и даже делает проекцию. Да, ну вот прямо на тебе, видишь? Ой, здорово как вот это, да? Смотри, прямо на тебе картинка. Ну-ка, сейчас он к тебе придет, и картинка должна быть у тебя где-то повыше. Ага, вот, у тебя кино показывает, он прямо на тебе. Лапки. Давай, собираем у лапки. Да. Прицепилась лапка? И вот. Давай вторую. Подожди, нет, не прицепилась. Она должна щелкнуть, Алис. Ага. Ой, а что-то у него хвост уже мигает. Ты его включила, что ли? Да. Ну, давай я тебе прицеплю. Давайте лапки собирайте. И мы сейчас ему прицепим хвост. Так, хвост у него как прицепляется? Так, я сейчас посмотрю. А, вот в эту. Вот так, да. Да, хвост вот так. По-моему, так. Упс, кто-то прицепил. Плохо, но угодно. Вот. Можно выключить свет, чтобы его включить. Подожди, давай включим сначала так. Ого, как он ревет. Ну ничего себе, какой страшный. Посмотрите, какое это чудище. Ничего себе, какой монстр. Давай его зачистим. Подожди, сбоку. Давай его сбоку вот так снимем, как он ходит. Он очень страшный вот такой сбоку. О, ты не боишься, Алис? Да, вот так.
Вот он там ходит. Давайте, пошли, динозавры. Вот какие динозавры ходят. Смотри, как она делает. Да, язык высовывает. Ой, как здорово. Два динозавра, замечательно. Все, Алис, давай свет. Давай, выключаем свет, посмотрим. Смотрите, какое страшилище это без света. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это страшилище. Жюстин, он хочет тебя съесть, по-моему. Берегись. Нельзя, но ничего не понятно. Посмотрите, какой красавец у него. Ой, вот так вот. Вот это, да? Сверкают глаза. Кусается за палец. У него здесь язык горит. Ай, укусил. У него гребень переливается. И на хвосте тоже мигают лампочки. Вот. Ну что, включаем свет. Давайте посмотрим следующего. Ну-ка, покажи-ка этого нам, что там у него есть. А у этого две головы. Ничего себе, это настоящий почти что Змей Горыныч. Посмотрите, у него целых две головы. Дай-ка я почесать. Еще что-то. Смотри, Алис, что у него еще есть. А где второй? Это настоящий дракон. Это даже не просто динозавр, а это целый дракон. Двойной дракон на коробке написано. Посмотрите, это вот двойной дракон здесь написано. У него две головы, крылья, а вообще-то это динозавры. Вот, посмотрите, вообще-то это целая серия, но мы купили всех, какие были. Мы купили на набережной, у нас есть видео, как мы покупаем их. Там можно даже видеть этого первого дракона, он ходит, сносит яйца, там прямо на набережной. И мы купили только три, а вы видите, сколько их вообще всего есть. Но из Израиля мы вот привезли, здесь мы таких не видели. Вот такие замечательные динозавры. И мы сейчас его соберем и посмотрим, что это за двойной дракон. Получается? Давай я сделаю. Ну, а я не знаю, если он летает. Я думаю, вряд ли он летает, но, возможно, он может крыльями. Подождите-ка, сейчас нужно здесь летать. Кажется, я прицепила. Давайте-ка я вам его туда поближе подам. И вы его заводите, мы посмотрим, как он ходит и что он делает. Вот это да, посмотрите-ка, ну-ка отпустите его, пускай он сам идет, я хочу посмотреть, как он ходит. Посмотрите, он идет, машет крыльями, и у него тоже светится, все светится. Вот это здорово, ну ничего себе, двойной дракон, просто красота. Смотрите, он машет крыльями, как самый настоящий самый дракон, с двумя головами. Ходит, очень страшно. Вот так, да, и крыльями машет Алис. А Алис изображает двойного дракона. Алис, у тебя всего лишь одна голова. Жюстин, ты должна рядом идти, чтобы было две головы. Давайте, будет двойной дракон. Вот, теперь точно двойной дракон. Две головы дракона подрались между собой. Давайте свет выключим, посмотрим, как он светится. Алис... Двойной дракон. Выключайте свет. Ага, вот у этого светится. Смотрите, у него светится на голове. Вот, дайте я его покажу. У этого светится рот. Вот язык. Тоже он, да, закрывает, открывает рот. И у него на голове вот такие вот рожки. Или что это, рога, да. Причем они разные. Посмотрите. Ай, он еще и ходит при этом. Да, я покажу лист. У него рога, у одного вот такие вот у одной головы, а другой вот такие. И вот так они, здорово. Давайте пока темно, запустим всех трех и посмотрим, как они все трое ходят. Посмотрите, у нас целый парк юрского периода. Давайте устроим гонки динозавров. Кто вперед придет? Ой, какие страшные. Самый быстрый это двойной дракон. Ну, конечно, он же двойной. Но остальные тоже классно ходят. Они все идут к Алис. Алис, тебе идут три динозавра. Какие страшилища. Они все хотят тебя... Убегай скорей! Они все идут напасть на наших зрителей. Скорее, разбегайтесь все. Атака динозавров.
Вот это красота, ничего себе. Классно. Все, они все почти дошли до камеры. Посмотрите, какой ужас. Смотри, он его за лапу кусает. Или прямо как в том видео, в твоем любимом. Смотри, этот двойной, он кусает за лапу вот этого. Смотри-ка, ой-ой-ой, что творится. Давай, делай битву динозавров. Он его за лапу кусает, какой ужас, смотри, он его сейчас... Алис, этот на тебя сейчас нападет, смотри. Алис! Ой-ой-ой. Он тебя кусает, ну ничего себе, вот это да. Больно кусается? Ничего себе, дракон потащил двух принцесс. Посмотрите, принцесса Дора и принцесса еще какая-то вторая африканская принцесса. Дракон их утаскивает. Нам нужен какой-то Иванушка, чтобы их спасти. Ой, теперь они катаются на драконах. Вот это да. А теперь он кушает ножку. А, ты ищешь Марио? Я не знаю, кто у тебя Марио сегодня. Это я Марио. А, это ты Марио? Тогда давай скорее спасай. Марио, спасай скорее. Принцессу Пич украл дракон. Посмотри, дракон украл принцессу Пич. Ура, все, Марио спас принцессу Пич. Атака динозавров продолжается. Все три динозавра на бедную принцессу Пич. Ой-ой-ой. А где же наш Марио, Алис? Это ты, Марио, Алис? Хорошо, Алис Марио, она развернула всех динозавров в другую сторону. Вот так. Все, теперь принцесса Пич в безопасности. Ура! Спасибо, Марио! Ты настоящий герой. Ну как, тебе нравится, Алис? Хорошие динозаврики? Да. Не зря мы их тащили из Израиля аж с собой. Да, не зря те коробки. Ну вот так вот. Вот такие динозавры. Ладно, если вам понравились наши динозавры, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Планета Алис. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Ой-ой-ой-ой. Динозавры вас целуют. Смотрите, смотрите. Пока-пока. Пока-пока.